В одной из школ Тверской области прошла краеведческая встреча «Граф Аракчеев с озера Удомля». За круглым столом школьники поговорили о жизни и работе выдающегося русского деятеля, о том, как прошла встреча, в сюжете наших коллег из регионального телевидения «Удомля». В своих докладах ученики школ Удомельского округа рассказали о службе Аракчеева в Гатчине, о военных поселениях, о его месте и роли в политике Александра I и заслугах перед государством. Краеведами установлено, что малой родиной графа Алексея Андреевича Аракчеева является село Гарусово Вышневолодского уезда. Долгие годы эти сведения оставались неуточненными, и лишь косвенные факты указывали на прямую взаимосвязь графа с Удомельской землей. Несколько лет историки вели исследования в поисках ответа, изучили ведомости храмов Вышневолодского уезда, метрические и исповедальные книги и другие документы. И смогли обнаружить доказательства того, что Аракчеев родился и провел детские годы именно в сельце Гарусово на берегу озера Удомля. Алексей родился третьим. Полная метрическая запись о его рождении выглядит так. 1769 года родилось номером 20 в октябре 5 числа у садища Гарусова у помещика Андрея Андреева. Сын Аракчеева, родился сын Алексей. Школьникам краевед Дмитрий Падушков презентовал свою книгу, посвященную 250-летию со дня рождения графа. В ней он пишет, что Аракчеев называл себя новгородским дворянином. На момент его рождения удомельские земли находились в ведении Новгородской губернии. Отец будущего графа хотел направить сына на гражданскую службу. Но Алексей, вдохновленный рассказами братьев Корсаковых, твердо решил служить в кадетском корпусе. За короткое время он овладел навыками сложения, вычитания, умножения и деления в такой степени, что даже превзошел в них своего учителя. Отец сам обучил сына каллиграфии. Мальчик выучился писать разборчиво. Письма кадета Алексея Аракчеева, написанные его рукой, отличаются достаточно красивыми и четкими буквами. Алексей Аракчеев всю жизнь хранил память о своей малой родине. Он передал в церковь Удомельского погоста Тверской губернии книгу о своей родословной. В ней была сделана вкладная запись лично графом.